Ну, кончайте о мистике. Пора на рыбалку. А мне можно с вами? Я еще ни разу не ловил рыбу по-настоящему. С профессионалами. Нет. И брачи нет. Пока нет. А давно? Мы только приехали. Вот этот мужичок, что-то раз зимой нам говорил, что видел судака здесь последний раз 50 лет. Это он. Тут нет судака. Последний раз 50 лет назад видел. Красота. Красотища. Так, иди отсюда. Брюхо что-то ловит. Красавая. Что-то ты, Андрей, здесь лежу, бетон уже достал даже. Для какой цели у вам бетон? Горбатенький? На вертуханчик. Горбатенький у него. Бетончик. Один попался. Один, говорит. Ага. Красава. Так. На вертушечку, да? На вертухончик, значит. Поставить еще поменьше. Да поставь, что-то они не хотят крупняк, да? О, что там? Здорово! Окунь! Агушка! Ага, ты на отводной, да? Ну, да. Понятно. Я неделю назад заеду. Да? Я раз два. Да? Это не раз по 600, так и все. Ага. Только на вертушку. А что, мужик тебе звонил, дойди. Да. И то, 6 штук поймал. Вот, ты наловил. Да чуть-чуть есть. А кого покажи хоть что-то? Ну ты, я так понял, на живца. Ты правильно понял. Ну да. Ну, окуня. Это на живца, да. Ты окуня берут, да? А? На живца ты их, да? А щука не берет, не? Брала.
не задержал. Да. Понятно. Будем определяться с приманками. До начала, наверное, вертушечку вот эту. Андрюха пошел. Кто-то забыл. Кто-то забыл. Вот. О, кто-то есть. Есть контакт. Нет. Пошла. Блин. Блин. Есть. А. Прикол, короче. Вон Андрюха на той стороне. Я кидал туда и он. Я думаю, что я... Ой, а я, он кинул с той стороны, я его зацепил приманку. Он, наверное, тоже подумал, что есть. Все, оторвался. Прикольно. Он удался. Он, наверное, тоже подумал, что у него клюнуло. Вот. Дуба, могу кинуть здесь с тобой. Да, и я подумал, а потом думал, что клюнуло, трепещет, потянул, а он уже ты натянул, красота. Вот так вот бывает даже. Вот так.
Не хочу. О! Во! Вон она пошла. Вот это была щука. Блин. Это она сама гуляет. Да, вы штукан или что-то было конкретное. Ты спрашиваешь, говорит, у тебя сошла? Я говорю, нет, она сама. Дай-ка я бензин. Ну, а на живца вы кидали, не? Сегодня на живца, не? Сейчас на живца вот это. А, вот это на живца. Да он живец такой. А, ну на селявочку, да. Ну на селявку, конечно, окунь-то самое хорошо. 12 штук поймал, да? Да, это ж вы тогда леща поймали, я думаю. Да, я уже давно не щука. Ну это давно. Не, ну щука. Не хочет. Вот не так давно вода. Да. Эти охотники эти, да? Ага. Они начинают крупные и кончают. Ну да. Давайте счастливо. Ну что, будем, наверное, закругляться. Особо. Ну, удовольствие получили. Пора, наверное, печей знать. О, траву одну. Одну траву таскаем. Сейчас еще пару забросов. И все. Всем пока. Пока. Заблудшие души, мы снова встречаем рассвет. И пусть будет лучше здесь.